Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас замена модуля Motorola. Прислан с Китая у нас Алиэкспресса. Motorola у нас вот такая. Сейчас нам не надо ничего. Вот в таком состоянии хорошем. Motorola у нас модель M2946. Это уже новая Motorola. Никогда не разбирал. Сейчас буду разбирать, смотреть вместе с вами. У нас два коннектора на шлейфе. И болты у нас под звезду, как на Nokia. Сейчас быстро откроем, посмотрим, как расклеивается. И перекинем модуль на новый. Будем подкидывать. Сейчас болты выкручу и продолжим. Так, болты выкрутил. Сейчас будем пробовать скрывать. Я думаю, вот здесь все-таки щель. Где-то должна быть. Да, вот она. Собран достаточно плотно. Так вот. Нижнюю часть сняли. А, вот он, первый коннектор, по ходу дела. На нижнюю плату идет дисплей. Так, резиночка с микрофона в сторону. Нижнюю плату, я думаю, тоже придется отклеивать. Аккуратненько. Очень сильно приклеена плата нижняя. Даже не хотит отклеиваться. Главное не сломать ее. Все, нижняя плата у нас отскочила. В сторону. Дальше смотрим. Повторюсь, разбираю первый раз, не знаю, что да как. Сейчас верхнюю часть снимем. Так, камеру надо повыше маленько поднять. Вот так, это у меня хаос только происходит на столе. Угу. Так, вот у нас шлейф дисплея. Сейчас плату полностью извлечем отсюда. Боковые клавиши тоже отключим. Шлейф у нас еще тачскрина вот здесь находится, тоже его исключим. И плата прикручена на болты у нас на звезды. Первый раз вижу плату, что прикручивали на звезды. Даже Nokia, по-моему, так не крутили. Три болта. Попробую извлечь плату. Да, все, плата у нас поднялась. Что-то держит. Угу. Держит у нас вибромотор. Мы его тоже сейчас исключим из корпуса. Оп. Отсюда из корпуса вибромотор мы исключим. Вот так вот. Осталась у нас, в принципе, только одна антенна. Тоже мы ее отключим сейчас. Все. Плата нам больше не нужна. Что-то вылетело у нас тут. Пластик какой-то с корпуса. Шлейф у нас идет под наклейку. Шлейф нам не нужен, так что прямо им поднимаем наклейку и вот отклеиваем ее. Вот так вот так. О, очень сильно приклеена наклейка, честно говоря. Все, дальше откручивать мы отклеивать не будем. Шлейф отклеим. Тут у нас шлейф отклеен. И сейчас будем снимать дисплей. Так как он нам не нужен, мы его будем снимать вот таким вот методом. Скотч достаточно прочный, но не совсем. Samsung прочнее делают. Угу. Так.
Главное, пальцы не перерезать ими. Все. У нас рамка из динамика. Тоже нам она нужна будет. Мы ее вставляем. Угу. Тачскрин у нас отделился. Дисплей у нас расслоился. Угу. Все приклеено очень сильно. Это в мусорку. У нас такой скотч тоже. Сейчас подкину новый дисплей и продолжим. Так, за кадром дисплей проверил, все работает. Не стал снимать. Батарейка севшая, а с блока неудобно маленько. Рамка зачищена у нас от старого клея. И обезжирена изопропановым. Клеить будем мы на B7000. Наносить будем на рамку, так как рамка у нас достаточно толстая. Прямо так, не жалея, берем, наносим. Лишнее мы потом оттерем. Лучше лишнее оттереть, чем потом оно не приклеится. Фокус у нас убежал. Рамочка у нас битая достаточно. Ну ничего не поделаешь. Как разбили, так пусть ходят. Все, клея хватит. Также у нас стояла рамка. Вот она пластиковая, вот в этой части дисплея. Тоже ее на клей маленько зафиксируем, чтобы она не болтыхалась никуда. Есть. И будем ставить дисплейный модуль наш новый. Ставить будем его с верхней части с тачскрина, потому что у нас шлейф там такой достаточно неудобный. Шлейф сейчас повыровняем. Такие два. Клей повсюду. В комплекте шел скотч. Ну, на скотч я из комплекта не клею никогда, потому что ну, достаточно поганый скотч. Ложа так для галочки. Так вот так вот. Аккуратно тачскрин всовываем, шлейф тачскрина. И теперь можно заниматься нижней частью. Отклеиваем наклейку, чтобы она не мешалась там. И просовываем шлейфа. И второй шлейф у нас вот он, вот здесь. Его пинцетиком маленько подправляем. И приклеиваем. Все. Модуль у нас на месте. Сейчас я его скреплю. И пусть сохнет. Как засохнет, так включимся дальше. Так, дорогие друзья, телефон у нас полностью собран, правда еще не отмыт от клея. Реакция тачскрина у нас хорошая, засветов нету, и модуль оказался полностью исправный. Повторюсь, модуль у нас заказан с Алиэкспресса, ссылку, наверное, оставлю в видео, если не забуду. Вам спасибо за просмотр, до новых встреч, пока-пока.